Людям про любовь говори, а его не слышит никто. Я снова курю, мама, снова.
легенды на друзья. Сколько бы я ни жила, жизнь била в свою. А кого мне ждала, то приходил, но жизнь в другом усе, моя жизнь в кино. Сердце нам попало, не разделено, не разделено. Только было следов. Я считала друзей, но я не считала врагов. Я хотела идти с поднятой головой, просто хотела любить и оставаться с собой. Сердце нам не разделено, не убить тебя необходимо. А я стою на краю берега синего. Необходимо. А я стою на краю берега синего. А я сама себя зову луковое горе. А я сама себя зову луковое горе. Да! Анна Мушак, вокал, Белоруссия, Могилев. Екатерина Баранова, вокал, Восточный Сибирь, город Иркутск. Константин Семенов, тромбон, Барнаул. Михаил Яцевич, труба, Санкт-Петербург. Роман Рожков, Барнаул, труба. Я бы и здесь попела, кстати. Тут хорошо, кстати. Сердце напополам не разделено. Ой, давай не так, по-дурацки как-то будет. Ну, как покрасивее. Сердце напополам. Что-то у русских, если покрасивее, то помедленнее почему-то. Ну, по-какому по-другому. А не знаю, как. Давайте так же. Раз, два, три, четыре. Сердце напополам не разделено. Я хочу, кстати, пользуясь случаем, сказать спасибо этому человеку в его родном городе. Сейчас покажу. Браво! Я хочу сказать, что у меня очень много, ну, стран, вы понимаете, городов. И скоро
сколько всего я только не объехала, и чему очень рада, несказанно. Страна большая, люди для меня одинаковые, концерты одинаковые. Везде стараюсь одинаково. Ну, те, кто меня знает, знают, значит, это правда. Вы знаете, так вот, охрана везде почти в 50% очень дурная. Очень. Она, видите, как у нас еще института этого, ну, института этого нету, поэтому охранники думают, что если они толкнули зрителя, они спасли от чего-то артиста. Поверь, когда хотят артисту что-то сделать, поверьте, сделают. Поверьте, никакой охранник не спасет, не дай бог, никому не желаю. Ну вот. Но я именно в этом городе хочу сказать спасибо. У вас есть один человек, который, я считаю, образцовый показатель. Ты как телохранитель в Свитни Хьюстон. Коленька, миленький, дай бог тебе здоровья. Спасибо твоим родителям за что они таким тебя воспитали. Ты, во-первых, настоящий мужчина, а во-вторых, ты единственный охранник, которого я знаю. Он не просто... Вы бы видели, как он людей, как он говорит... Нет. Люди потом уходят, говорят, какой человек приятный. Знаете, это же по-японски, так сказать нет, чтобы тебя еще вспоминали добрым словом. И он все время говорит, куда надо сходить, если что. И люди идут и благодарят его, что он путь этот показал. Он замечательный человек, он аккуратнее вернуться. Потому что, Коля, ты самое главное знаешь, что артист — это круто, конечно. Но зритель всегда круче, потому что нет зрителя, нет артиста. Он бублик, то есть ноль от бублика. Или как это, дырка, да? В общем, кстати, я бы одна стояла на сцене, пустой зал, и я такая пою себе. Такая королева сама себе. Зеркало еще поставь и любуйся сама собой. Поэтому, Коля, ты молодец. Коля, Москва! Вот. А Коля скромный еще, по всему прочему. Где Коля? Коля сейчас прячется, как нормальный. Замаскировался. Журналюги. Не пишите. Хотя, ой, сейчас напишу. Был серьезный концерт такой правительственный. Понимаете, у нас же есть разведчики. Но это же всегда крутые люди были. Разведчикам вообще не надо по телевизору показываться. Не надо. Это у них работа такая. Но это правда настоящая, как штирлица. Ну вот, и мне забыли сказать, что мне в зал не надо выходить. Зря. Потому что ползала разведчиков, а я вышла, еще руки им на плечо клала, а телевидение снимала. Когда я вышла за кулисами все сидели так. Все вообще поголовно. Даже не буду говорить, кто сидел. Я говорю, что же вы так перестаньте? Показывает рукой, что УЗИ проклятая, весь концерт запорола. Я говорю, почему? Ну там же разведчики, которые... В общем, Коля, ты как разведчик, молодец. О чем это? Так, ну ладно, так, люди миленькие, сейчас я вам буду петь песню, которую тоже ни разу здесь не пела. Все, по-моему, я сегодня рискую чем-то, у вас нет такого ощущения? Есть? Спасибо большое. Ну, помидоров-то нет, ну и слава богу. Не, я когда танцевала, я пожалела все, что я говорила. Слушайте, а бегать по лестнице вверх и петь – это феерично. Теперь я знаю, как это. Трудно. Как Дженнифер Лопес. Давай споем мою песню. Мне сегодня типа, мы обязательно что-нибудь придумаем в следующий раз. Но обязательно я как-нибудь все сделаю, чтобы у меня ничто мне за этого не было. Боже, я же не только желтого свитера мою. Ну что, я боюсь еще там других людей, которые мне сказали. Города будут, это же не советская песня. Ну, конечно. Я вам пою песню, которая называется «Мы попали с тобой под дождь». Потеряли свои зонты. Я не знала, что так же легко потеряем друг друга мы. Как обычно у нас с тобой разговор несерьезный, и на лице моем не было, а соленые слезы, и на лице моем не было.
Наизнанку,
И
все мне стало, и ты пройдешь меня мимо. Ты даже думать обо мне не станешь. Я твои письма все пережгу в пепле, ведь мое сердце ледяным стало. Ты мне сказал, что ты другую встретил, а я не помню, что тебе сказал. И твои руки не меня обнимут, твои глаза моих искать не станут, и ты пройдешь меня увидев мимо. Ты даже думать обо мне не станешь. И твои руки не меня обнимут, твои глаза моих искать не станут, и ты пройдешь меня увидев, ты даже думать обо мне не станешь. Ты не уседлом, сапогу стремя, не тебя обнимут, мои глаза твоих искать не станут, и я пройду себя увидев мимо. Я даже думать о тебе не стану, и мои руки не тебя обнимут, мои глаза твоих искать не станут. Белая птица не летит в небо, хотя всегда бывает птицей вольной. Скажи, что это все мне просто снится. Ты знаешь, но ты мне сделал больно. И твои руки не меня обнимут, твои глаза и ты пройдешь меня увидев мимо, а ты даже думать обо мне не станешь. И мои руки не тебя обнимут, мои глаза твоих искать не станут. Я пройду тебя увидев мимо, я даже думать о тебе не стану. Браво! Я как Костю хотела бы туда начать. Спасибо, спасибо большое. Вы знаете, «Две души» я спою, по-моему, не помню, когда шансон будет, вот который... Я вам сейчас скажу, мне кажется, я не имею права петь песню автора без автора, и тем более без Малинина Александра. Тем более, когда там «Две души» и дуэт как-то одной тоскливо. Я очень... Ну, спасибо ему за то, что мне... Спасибо, девочки. Здесь аккуратнее, здесь конфеты, правильно. Да какая разница, все равно аккуратнее. Вы на меня посмотрите, я одна тульский пряник. Спасибо, спасибо. Да, конечно, мне можно. Что я вас понимаю? Где у меня? Спасибо большое. Сейчас вы удивитесь, откуда. Сразу после концерта. Коля соберет все. Смотрите, опачки. Кстати, он сейчас... Красиво. Проводи девушку.
провожал ты меня до тенистого сада, вдруг взяла меня нервяная ночь. А ты скажи, Коль, ну что тебе надо? Я шучу. Я очень рада, знаете, чему? Позвонили мне, как удивительно, да, с Первого канала, и попросили песню. У них сейчас идет какой-то сериал, не какой-то, неправильно говорю, про людей, которые очень низко падали в своей жизни, а потом очень высоко поднимали. Ну, знаете, как не высоко, а в людей, то есть, ну, понимаете, о чем я говорю? Я не хочу употреблять какие-то плохие слова. Ну, я была так удивлена и выбором песни. Вот, ну, большое им спасибо, но я не за то, что она в сериале идет, а потому что меня сегодня, во-первых, попросили, во-вторых, мне просто эта песня нравится, и я очень рада, что Бог дал возможность мне, ну, в мою другую голову такие слова. Костенька. Ведь я музыкантов боюсь. Если им Книксон не сделаешь, они не заговорят. Да, Сашенька, включи рояль, его нет на сцене. Петербургские вчера Москвы. А когда вы ко мне туда приезжаете, такой отжиг начинаете, ну, Москва приехала. Я же понимаю, что надо жить, а тут я такой. Не буду петь рядом с конфетами, не буду. Но снова можно вылечить.
лечить, а можно и убить. У меня совершенно нет времени для того, чтобы позволить себе провести концерт, хотя один концерт без моей Ани Ушак. Абсолютно точно я говорю. Я всегда говорила, что мне кажется, что у меня одни из лучших музыкантов. Это не бахвальство. Я тут ни при чем. Они, правда, мне кажется, лучшие музыканты в стране. Большие профессионалы со всей стороны. Собраны, собрались, собраны. Не кубик рубик, конечно. Они собрались. Я им очень благодарна. Я очень благодарна, что со мной работают не бэк-вокалистки. У меня нет бэчек. У меня есть вокалистки, которые со мной работают. И тоже многому чему меня учат. Как Анечка, как Аленочка, так и Катечка Баранова. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня «Нет куда без добра» называется. Поскольку вы уже сразу к Ане? Вы ко мне? Да вы что? Спасибо большое. Дура я какая, что же в пакет-то до конца не посмотрела. Спасибо. Тут миллион написано, спасибо. Ой, мне тут звонит НТВ. Они мне говорят: сейчас, мой хороший, сейчас. Подожди, не уходи, то есть с подарком-то нельзя уходить. Ну ладно, ты решишь, когда захочешь, тогда сейчас я тут расскажу про плохих дядей. Вот, звонит мне НТВ. Здравствуйте, Елена Владимировна. Уже подозрительно, да? Вы знаете, мы хотим с вами помириться. Мы такие плохие, столько гадостей про вас сняли. Все неправда. Приносим извинения. Я говорю: да что вы, самочувствие, сейчас будет. Это, вы знаете, вы не могли бы разрешить про вас еще один фильм сняться? А я говорю: можно. А тут они же дураки, не поняли, что ну, я да можно. Скорую можно сразу вызывать. Я говорю: не теми буквами канал назвали. Ну вот. Я говорю: можно. Я говорю: можно. Они говорят: а что мы должны за это? Я говорю: ну, если честно, то я хотела бы гонорар. Они говорят: мы готовы. Я говорю: ну, слава богу, что у вас такой гонорар есть. Вот. Ну и сказала сумму. Знаете какую? Я сама купила. Я сказала: 10 миллионов долларов. Ну, они, естественно, до сих пор думают. Мириться. Хотела сказать: встретимся в Сочах. Я не могу без Ани петь ни одного концерта, но у меня давно была такая мечта, желание. Ну, как отправить тоже, кашу я, господи, ходок какой-то. Я бы хотела, чтобы Аня в «Голосе» поучаствовать, потому что она безумно крутая. Аня так поет, что я так умею. А вы знаете что, «Нет куда без добра», поскольку Салтыцких не поем песен. И, ну, посмотрите в Ютубе, как она поет «Лебединую верность», как она «Беловежскую пущу». Когда она вот такая певица. Ну вот, сейчас она исполнит песню. Музыка... Извините. Слова тоже, извините. Исполняет Анна Мушак. Город Беларусь, город Мугинов. Утро юное, и
что я должна сделать? Я что значит ничего? Я много чего могу. Всегда звучит в любом моем концерте. Редко-редко, когда я не пою. Я посвящаю эту песню в первую очередь мужчинам, отцам и тем папам, кому Бог послал дочерей. Никто тебя не любит, так как он никто не поживет.
Ну что, что включить? Тайга. Включить тайга. Ну смотри, не-не-не, я обязательно ставлю эту песню, сейчас, одну секунду. Валера, будь готов, пожалуйста, сейчас. Просто возьми гитару, любую. Подожди, сейчас меня включат, и ты заиграешь. Ну, да. Не важно, просто ребенок, у него желание. Просто во взрослом возрасте желания так не исполняются. Маленькая, нажми мне на лобик. Нажми на лобик. Ну, нажми. Да не бойся, смотри. Смотри. Уйду на рассвете. Валерочка, спасибо. А ты по собственной воле попросила песню? Или мать заставила? Да я шучу. Может, у тебя какое-нибудь другое желание? Скажи честно, только не Сникерс и курю. Что, мой хороший? Просто слушаю. Ты меня слушаешь, правильно. А тетя Лена болтает. Да я километр звезд ей не светит. Ответить. И мне, коли крикнешь, тайга, километр, звезда еле светит. Сними, кто ответит тебе, коли крикнешь, ча-ча-ча. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Спасибо. А зовут тебя как? Дарья, а как батюшку вашего, как твоего папу зовут? Дарья Сергеевна, я ради красного словца, конечно, пожелала бы тебе, чтобы у тебя в жизни вот так вот нажали на кнопочку, и все сбылось. Но я тебе этого не желаю. Я хочу, чтобы, знаешь, как у тебя было в жизни. Пусть это сбудется. Я бы хотела, чтобы у моего ребенка было точно так же. Чтобы он очень-очень долго трудился, учился, стремился, и обязательно все получилось. Чтобы ты добилась всего-всего, чего ты хочешь, и радовалась своих родителей. Я уже сказала спасибо. Так что, Дарья Сергеевна, спасибо, что посетили мой концерт. Приходите еще. Спасибо. Это вот... Ой, я вас помню. Если я в Тбилиси не приеду, и поверьте, я туда приеду. Меня тоже, вы же знаете, я на НТВ на Новый год пожелала, что они мне говорят, пожелайте, что, ну, хороший канал, я говорю, больше всего я его люблю. Вот, и они говорят, скажите что-нибудь людям. А я пожелала, обратили внимание, почему по НТВ ничего я не пожелала? Потому что я пожелала, чтобы на новогоднем столе с утра у всех был боржом с утра. Я думала, они будут целоваться, фиг. Спасибо. Папа, нарисуй белые очки. Посади медведя на большую землю. Я стала замечать, что мне немного жаль, что не родилась мужчиной. Я стала замечать, что мне немного жаль, что не родилась мужчиной. А у меня глаза северных цветов, и мне не нужны тропические страны. Я всегда с тобой рядышком была, просто ты моя слишком рано. Я всегда с тобой рядышком была, просто ты моя слишком рано. Все эти города я должна пройти, как в наказание. Но у меня есть дом, а у дома я, а у севера сияние. Но у меня есть дом, а у дома я, а у севера сияние. Да где же найти страну белых лебедей? Где живет любовь моя? Непонятно. Папа, не рисуй белый океан.
посреди медведей большой день. Я стала замечать, что мне вообще не жаль, что я не родилась мужчиной. Я стала замечать, что мне немного, но жаль, что я не родилась. Чуть-чуть, не уходите. Сподобалась, верность, сподобалась.
Сейчас, Молодец, спасибо. Спасибо. Знаете, сейчас мы своим поведением доказали. Сейчас доказали, что всегда Станиславский шоу был от внутреннего к внешнему. Вот, подождите, от внутреннего к внешнему он говорил. Здрасте. От внешнего к внутреннему говорил Немирович Данченко. Ку-ку. Вот этого Ароновой передать, она вам сделает. Гениальная актриса, кстати. Вот. Все ходите на ее спектакль. Вообще просто умереть, какая она у вас крутая. Вот. У нас в Питере всегда на шлаге. Я всегда по балату беру билет, потому что у меня нет возможности купить. Ни за какие деньги. Вот так. Это Арона. Я сейчас вам исполню письмо, которое у меня попросил мужчина, но такими глазами попросил, что я еще в первом отделении понял, что если я не спою ему эту песню, он придет еще раз ко мне. Он так и выйдет, скажу, спасибо тебе, милая женщина. Редкая песня, очень редко исполняемая. Песня называется «Нью».
что она так хрипит-то, сука? Мы что, сорвали что-нибудь? Сорвали колонки? Отлично. Хорошо. И так давно так хрипит? Разрыва дальше. Можно вообще тихо. Ж. Ла. И вот эти, кстати, домой так идти. Что если вы здоровы, и что вы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы достали жили, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали, чтобы достали жили, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Алена Петровская, Роман Садырбаев, Иркутск, Краснодар, Валерий Герасимов, Санкт-Петербург, Михаил Яцевич, труба, Роман Рожков, труба, Семен, Константин Семенов, драгун, Константин Данилов, клавиши, Михаил Алексеенко, электрогитара, Иван Иванович Любимов, бас-гитара, Александр Дробыш, звук. Александр Осенев, перкуссия, аккордеон, вокал.
сегодня за то, что мы были вместе. Большое спасибо. Я все слышу. Я хочу, знаете, так, я могла бы промолчать, но это вот, ну, уже все, дурной характер. Если я молчу, еще хуже будет. Я потом как, ну, пробка меня дома, я на домашних, к сожалению, вырываюсь. Поэтому домашние сказали, лучше в Москве сорвись. Знаете что, я хочу поблагодарить руководство Крокуса за вот какую вещь. Во-первых, самое главное, за то, что вы относитесь к артисту, как относится к артисту Эмма Васильевна Лавринович, БКЗ Октябрьский, города Санкт-Петербурга. За то, что вы, это важно, потому что вы с ним общаетесь лично, это уже хорошо. Роман зовут самого главного здесь человека, это замечательный человек, у него все получится. Если дальше будете брать пример с Эммы Васильевной, то у вас будет лучший зал в Москве. Я хочу поблагодарить руководство Крокуса за то, что вы так относитесь к зрителю. Я вам скажу почему. Потому что вы очень гуманитарно по сравнению делаете цены на билеты. А это тоже для людей важно. Большое вам спасибо. Это тоже начать иметь к этому отношение. Но это правда. Вы думаете, мне за это не платят, поверьте. Что, я не то говорю? Что такое дорого? Да, вы в Кремле видели цены? Вы что думаете, я не там, а тут? Нет, ничего подобного, это неправда. Это неправда. Неправда. По 25 тысяч рублей это страшный цен. Что за... Здесь есть по 25 тысяч? Кто-нибудь сидит за такую цену? Вы что, серьезно? Хотите, я к вам домой спою, приду? Какой кошмар. Ну, я, вы знаете, я говорила от сердца и от души, вы это видите. Я говорю, блин, что сердце в полгода так треснуло. Все равно, руководство молодец. Если все будет так дальше, все будет так дальше хорошо, замечательно. Далеко, я знаю. Это ближе. Но мне здесь нравится. Вот так, я сказала. Я сказал горбатый. Ну вот, люди, я сейчас исполню заключительную песню. Если кто-то захочет... Теперь уже я не знаю уже, как говорить. Приходите ко мне 22-го. Я сколько надо зарабатывать? Я сыграю на перкуссии. Все равно, я благодарю вас за потраченное время на меня. Оно в наше время очень дорого стоит. За потраченные большие деньги на эти концерты. Вот, я буду рада видеть 22 числа, кто захочет и кто сможет. Вот. Будет, не буду врать, будут 10 песен других. То есть я делаю разные концерты, как в Питере. Я хочу сделать такую традицию, чтобы было не скучно. В первую очередь зрителям. Вот. За цветы, за подарки, за внимание, за все. Вы наши кормилицы и поилицы. Вот. Сашка, сделай его погромче. Читала отрывки стран, я разделила напополам ледовитый океан. В стае огромной я падала вниз головой, и что-то случилось с нами. Со мной.
душа. Простите, если я что-то не спела, но невозможно все спеть.